любовь, семья и вечность. А тут очень все просто. Все упирается в родину. Родина от слова род, корень. А род состоит из семьи. А семья не может существовать без любви. Правильно говорят, да? А любовь не существует без красоты. Красота – это основной двигатель. Вот я все время нахожусь в поисках этой самой красоты. В год семьи главной идеей экспозиции выставки картины именитого художника из Санкт-Петербурга стала популяризация традиционных ценностей. По мнению Владимира Лабутова, любовь не существует без красоты, а семья начинается с любви к родине. Талантливый живописец своим личным жизненным примером подтверждает сказанное. Владимир Константинович вместе со своей супругой-музой воспитали 11 детей. Алина Лабутова. Преданно служит таланту мужа, занимается организацией выставок, творческих вечеров. Персональные выставки Владимира Лабутова проходили в России, Франции, Германии, Болгарии, Финляндии и Египте. Полотна художника можно увидеть в собрании Эрмитажа, есть они и в Анапском археологическом музее Горгипе, а также до 30 сентября включительно можно посетить выставку картин в Центре культуры «Родина». Можно подойти поближе, посмотреть работы, про них мы сегодня говорили. Здесь и портреты музыкантов, и работы из выставок путешествий, прекрасная Венеция. Экспозиция представляет разные грани творчества члена Союза художников России. За свою жизнь Владимир Лабутов написал более 1000 картин. Разнообразие жанров живописи, от пейзажей до портретов, подвластны перу мастера. Я вас сердечно поздравляю, что здесь, в Анапе, эта выставка у вас все-таки состоялась. И я уверена, что она принесет массу положительных эмоций. Я сердечно желаю вам крепкого здоровья, еще большего творческого вдохновения нашей солнечной, любимой Анапе. С любовью, благодарностью за ваш большой труд, за ваш талант. Благодарю вас. Анна Станкевич, Дмитрий Гладушевский, Анапа регион.